Ипатович, что-то... Ты скриншот замены сделал? Да, я сделал. Весь вопрос Хрипатое в было. Слушайте, блоке. просто давайте это по рандому обратимся. Киньте паролу, да и все. Потому что, ну, ДКшки-то мажут все одинаково. Он дрищ. Фу, слабаки. А ты кинь его, пожалуйста. Вы меняетесь на вальках? А зачем вы меняетесь на вальках? Да, У игра. Абуэ... Блять, что там включили? Ой. У Абуэ есть прига. Если не надеюсь, что я буду кикнуть, ты пойдешь аренку играть. Стоматолог, ЧП. Что? Что, давайте. Хрипаты тогда в инстабу ТП-6. Дайте сумму, пожалуйста, к стоматологу. Всем ничего не нужно по факту, кроме Ануба. Просто ачивку сделать и в кару всем пойти. Давно бы ее уже сделали, если бы касты научились сбивать. ДБМ сломан. Опять причем ДБМ? Все гильдии убивают со сломанным ДБМом. Настраивают все просто. Или таймеры ставят. Хрипа, ты там где у нас? Лока? Грузишься, что ли? Если он не проходит. У нас гном есть, Фредди? Не, шаманизма нету. Больше никто на гномах не Так играет. он теперь эльфом играет. А, и даже он на него надумался. Он же раньше был, типа, как-то микс с гномом связан, теперь этот крутой эльф. Раньше был О, какой-то все. гном, теперь Нету у вас крутой эльф. больше гномов. Давайте, фул ребаф, рыбку ставлю. Паладин, я по каскам пройдусь. Не, понимаешь, тут прикол в том, что нужно идти одним составом до конца, чтобы собрать второй рейд, блядь, в субботу. Так мы так и пойдем сейчас. Потому что, типа, если люди Когда? сейчас Я будут не помню, когда перезаходить вот на меня. боссов, то не соберется второй рейд вообще даже в теории. Естественно, да. Будет только хуже. Мне кажется, мы убиваем, но они весь сильно порезали инст. Давайте пристабав, каска, кулак. Не, ну еще тогда. Хорошо, как хоть мы без что такое блока? за этот сердолик? Чё? Хочешь ГП за этот сердолик? Тебе сердоль нужен, ну. Да нет, спасибо, у меня есть своих 5 штук. Некуда вставлять. А мне единственный первый выпал, блин, за все время, ну. СС кому давать? Так. СС. Давай, Дэдбич, Рокси. Тенка на Дэдбича, сладкая на Рокси. Дрищ на идеального. Гудлик на Эйлера. На протяжении всего инста так кидайте. А Поставьте, зачем пожалуйста. этот бича? Вдруг не прожмутся. Рока кошем скинет. Я запускаю, все готовы у нас. Поставьте Ну, Дживс, кроме ребят. Хрипатова. У меня КД. Стоит Дживс у входа. Я первый танчу, потом Войд. Блин, а чё, хосты не будет у нас тотема? Природу поставили. Конечно, будет у нас два шамана.
Тотемы в центре стоят. 10 секунд до ПО. Поистерез ПО как поставлю. Рассоситесь по кругу. 1. Фризит что-то прям. Есть такое. Да я вообще завис. Ну, встань под босса. Попытайся. Я пока стою, вообще не сложно. Дамажит сильно. На 40% раньше 8 стаков было, сейчас 6. Прожимки не юзал, но я каплю могу дать. Это так. Давай, запирай, в принципе, на 20 каких-нибудь там 5. Запирай все. Флэш, кинь в меня, Боб. Я отдал все уже. Консалвер не вытащим. Поиграйте по Сноубольдам, там Сноубольд фуловый на Исполине. В звездочку, да, да, сыграли. Все быстро-быстро свичнулись. Ты какую? Я зеленую, ты по воде. 5, 4, 3, 2, 1. Геру. Амеличников чуть-чуть плюнуло, да. Я тут тоже замерзну. Да лучше добьем 5 секунд. Ну, отлично. Рыжи, пожалуйста. У меня Т4 нету. Если что, два пау. Сокрыть, сокрыть. Прожмите сами. Стаунтишь, если что, я отошел, чтобы не дамажить там. Давай. Я гудлик сорвал уже. Кекса поднять. Да, кекса поднимай. А, идеальные флеши поднимай. Далеко вы там стоите, ребята. Блять, как далеко. А, естественно, меня хук-то кинул, да? Ты умер еще раз. А, я умер, и Кексик умер. Ты говорил там СС кинул, меня хук СС кинул. Да, вот. По четвертый встанем. Орды? Да, да, да. Ну можно к воротам на самом деле. Давай, не, давайте лучше под орду. Готовьте фридом. Стеночку поближе, рейндж. Смотрим, чтобы до вас фридом доставал. Отлично.
Конечно, аспект. Тотема убрали. Беги, малышка, беги! Кинеточку посмотрим. Отлично. Короче, мельники, встаньте, чтобы в спину, ну, в стенку отлететь. Блять, как так? Точнее, встаем, кто там далеко стоит? А там мире отбежали. От нее отбежали. Отлично. Схваткой ближе к рейду. Следующая будет истерия. Хилы тоже дома, что ли? У нас, в принципе, еще два врезания. Добьюсь. С процентов осталось. Там-то осталось сейчас последний. Почти да. Ничего, нормально, все равно убиваем. От сексика отбежали, также в колонны врезается. ТП, блять. Три соточки. Меня поднимите, пожалуйста. Это какой нахуй дамажик, блядь? Ну да. Беги, малышка, беги! Прискорбно. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. А здесь сейчас было КД не принять. Он тебя сбросил? Нет, я все равно бы принял уже. ЧП, что с тобой случилось? Да ничего, не должен был попадать, я далеко стоял так. Верцухали в камеру зашли. Стоял. Вообще что? В другую сторону побежал. Ну, я видел. Ты прям под ним стоял у меня. Ты туда-сюда побегал и под ним остался. Не, я, короче, вижу, короче, ну, под него забегаю, а потом выбегаю из него. То есть, блядь, я стоял, ну, нормально на дистанции от него. Ну, ГП въеби, чё. Да я уже. Уже? Ты этот, ты ДБМ не видел, и, блядь, вроде фрейм вот этого босса как-то иначе бежал. Так это все равно не с кем конкурировать. Напрягу только если. Ну, с Кекси там шло. А в Кексе ты что, приводишь, что ли? Ну, хотя есть, уж это будет 15. Он был на то, ну, он же на заменах постоянно сидит. Жорки, что бы приводил? Ахуя, нет, нету, блядь. В смысле нет? Я коплю на это. На меч? На прибыль. На ТБЛ, блядь. ДБМ? Да иди в доту играть. Походу только ТБЛ и полутаешь. Мне шмот, сану бы нужны перчатки, там меч еще какой-то. В доту иди. 10 секунд. Четыре, три, два, один.
3 нету, 14 секунд, куда? Блять, я его со щитом бить начал, охуенно. Странно как-то лагает, знаете, как будто тянет, как будто, знаешь, такое затягивает. Странно то, что вроде ШП отломится, блин. У тебя постоянное. Забирал. Ай. Флэш? Пейте Сноубольд. Свични Сноубольдов, там еще 700 тысяч. Во всех Сноубольдов сыграли. Черепой. Весь бой по Сноубольдам простоялся. Ой, это в тебя, отлично. Не надо никого размораживать. Вот. Я просто атаки отложу. На его времени нормально, чекай. Все закопалось. Эти свечники милики добьют. Отдал ты 4. Мне некуда, вокруг люди. Отойдите. Да, прохиливает, вообще не волнует. Нет. Ты 4 сакра, мастер. ЧП идеальный, по сути. Сейчас, пару секунд, КД. Встретишь босса? Скинул. Да, я видел. Скинул. Угу. Пробафайте Сузу. Сейчас лужа будет, готовимся. Лужа. Я сам заберу. Так, спаси Тарды. Чпа, отлично. Как больно ударил. Колонны.
кажется, лестно. Гагасип. Я с ним. Какого черта вы там стоите? Почему так далеко? Добьете до этого, до коста, до прыжка? Конечно, мы же сильные. Да, отлично. Ой, какая кираса-то вкусная, бля. Угу. Что, ну давайте, наверное, да. У нас я уже забыл, да, 250. Лисовый пояс или рогаца. Ой, и ноги вообще на рогу шикарные просто. Ну, за намочку. А он у нас комбат, ну да. Намычка вообще бесила, блядь. На мишку не нужны, ЧП? Не, нахуй, я не буду больше с пикники собирать. Не, вот, не. Скажи, РПО-1 надеть бы, да? Да, блядь, хули полня тут пылиться. А что, в Невер докачал, да? Да, да. Я не знаю, почему мне он пишет такую тебе. Толково кузнечик, я не хуй узнал. А, меня еще замутили. Я все равно не понимаю. Не показывает просто пароль, почему-то аддон. Короче, 98, войд, да. Ну, забирай. Запустите. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового. Ну, под каждый его кан сдаем все прожимки. Мой спам он 3 сакры. Вообще урона не должно быть по рейду. Хотя нет, давайте айсбаунд и 2 сакры от 2 холи пауэв, а Войд через 15 секунд сдает свою на всякий случай. Дон там, мне так от дебича и сесать. А, нет, уже этот бича не надо, но... Хотя нет, давай, тут как раз вулкан, мелизона, пусть будет. Окей. Рыбка нужна. Где же рыбка? О, слышишь, Донт, а чё у нас патчи дворфа нет? Тоже, кстати, подумал. У вас редар должен быть. Но оно не стакается. Они пофиксили бафы. Да, они не стакаются больше. А что и редарка дает? Самые 2% крит урона. Можешь первой пати парку человеков поставить вместо ЧП и Невера? А сорпорк? А, стомодолг? Пять секунд. Два.
центр обратно. Распашек залейте. Оптик сопрохил. Три пальца, 30 тысяч ДПС, все на стилево там. Смысл. Хорошо. Вулкан через 8. Сдавал? Да-да-да, сдавай. Хера вообще, вагон. Мобов-то залейте, ну хорошо. Последнего. Идеальный, подними кекс-то. Когда еще? Показывает. Ворота. Еще с другой стороны появились-то. Пожам чуть побольше. Отлично. Вулкан через 8. 3. Себе дал. Я фокус забираю, Джеракс, чтобы косты сбегать. Сорян. Я тут мага все равно не догнать. Запястье шаман? Да, для второго. Чему запястье шаман? Ну что, тебе тоже? У тебя альтернативы нету? Нет. Ну тогда давайте. Че, на его ГЦ получается? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна. Или нет? Получается, да. На его ГЦ. Ой, подожди, извини. Я тебе не то дал. Кому? Ну, это тебе. Нет, утешение мне не надо, запы нужны. А, ну да. Ладно. Утешение там что, шаману? Так, утешение только шаману нужно? А, ну идеального есть уже. А кому я утешение отдал? У меня, я его отдам сейчас шаману. А, все, отдашь ему, хорошо. Я просто думал запы, а это... Все, все хочется. Нейвер. Ого, сколько хп. Дайте зоркому хп тоже.
Да, ноги получу, заебал. Алмери обогнала тебя, все, ГП. Ну, получается так. Вообще, я не хочу больше рецепты ролить, это какая-то жесть в этом всем разбираться. Есть у кого камень на интеллект плюс 30? Сделаю. А, нет, у меня вряд ли есть, наверное. Ну ладно, пофигу потом. А, тотемы уберите, под щит спрячьтесь. Эвок, с кем-нибудь допиздись, пускай в ГБ закинут. Орда требует справедливости. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Не покажем этим, как оскорблять Орду. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герои Орды. Локтар Рогар! Слава Альянсу! Наверх, ты вымамбил? Вымамбил где? Ой, 249 на ГЦ. Ой, так, смотрим, что сейчас будет у нас. А, теряет слева, после Дживсика где-то там под щитом в углу стоим, прям по центру под щитом. Мы справа пойдем, порошок, точнее, ну, порошочек, оптикс, и его справа сразу идите. Локи, собак вызовите все. Сладкая, ты сидишь на друиде, контролишь, это твой таргет на весь бой. И кидаешь красноязычие в мага. В приста кидает красноязычие тенка, дрищ в лока, гудлик в... потом его в тоник, топава. Дальше трищ, контролишь хапала, гудлик, контролишь ШП, тенка, контролишь мага. Может, на того, кого красноязычен, того и контролить? Чтобы да. не искать их потом, где они там бегают. А, ну давай, давай, согласен. Хорошо, тогда трищ, красноязычие, маг, контролишь мага, сладкая, друид, красноязычие, ладно, потом... Тенка, ШП, контролишь, то есть на язычие ему, кудлик, ты паладина контролишь, на язычие ему, сладкое тогда да, давай просто друида закидывай. А, зоркий, ты по контроль какого-нибудь шаманчика, если получится, идеальный, ну, ты знаешь, когда ты говоришь, что тебе делать, катить всех милишников и так далее. Хрипаты, если в рейд все пойдут, что, скорее всего, так и будет, на тебе будет гриппы и все в ДК. Ой. Грипп, оковы, 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 пока грипп не появится. И так далее. У меня то же самое будет роль по роге. Так. Нет, да, ты по ДКшке, ты по ДКшке. Да я вот думаю, либо ШП, либо Лока. Ну, мага там глупо, там, ну, неприятный. Он еще блинканется посреди, в середину комнаты. Да, Лока, Лока. Ну, черт. Да, либо Лока, либо ШП здесь проще всего. ШП, точка, да? Это точка-то ладно. Лок, скорее всего, убьем. Если он через грипп начнем. Лок камнем стал. Так, ладно, хорошо, это все весело, все забавно. Так, припоты, выпейте. Если нет, дайте обмен. Броню, которая? У всех это. Ну, конечно, на арморчик. Есть. Кудрик, я не сомневался, знаешь. У меня есть, у меня просто мало. Скрипаты и Вейна. У меня три. Блядь, тут две всего ты выпьешь. Ну, блядь, на всякий случай, вдруг мы вайпнем.
Ну, вдруг на следующем КД придется идти вот этот рейд. Еще трейд. Мне мало горит, блядь. А, слышь, Кексит, еще это черепочек намажь на другой. Привет, Антош. Да. Все, есть, есть еще обмен, нет? Да, я закончил. Могу еще раз кинуть. Ладно, хорошо. Под щит встали, тогда я захожу с этой стороны, хрипат, и ты с меня грипаешь. Они могут. Да. А, Войд, ты это с деревянным щитком? Угу. Хорошо. Так, тогда ставлю ДБМ, ты заходишь, я оттуда грипаю на ботинках Лока, а хрипа ты грипает Лока сюда. И бегу к тебе. А, Спуа, наверное, сразу отдай Сокро. Я там стаки наделаю, там свою штуку. Ой, Сокро, какую там, Сальву. Я запутался, но ты понял, сейф АВЕ который. Сейчас еще раз рача. Раздайте ССы. Дрейнер, ГГСНИП, на вас диспел таргетов постоянный. 2 минуты у меня КД. 2 минуты у меня еще СС висит. Отлично, хорошо. Давайте начнем напулять. Сотка, не подбегай, нормально, хватит этого. Встаньте в кучу, ну чё вы стоите как, ну... Ребят. Ты будешь в центре, Дон, вообще? Всё, пол. Да-да-да, я сейчас побегу. Да-да, давай, иди, иди. Дон, там на меня ДК пошел, я сейчас бабу прошу. Да, я бабу прошёл. Этот вред пошел. Легер, у нас диспел. Хрипаты на ДКшку. Черепочек залили, в приста играем. Я в рейд ушел. ЧПшка. Да, в рейд надо уходить уже. А где у нас ШПшка бегает? А нет, ШП нету. А, мага, бейте, ШП тут бегает. Грипните его обратно. Там бегает. Что будет? А, там. А, ну мага, да, мага. Не, хрипаты, потому что здесь. Чиксвара забирают туда на себя. На рогу сядьте, пожалуйста. Кто-нибудь. Давай его разъебем, откуда у нас бегает. Курога у нас реди стоит. Че, блядь, за шипы туда бегать, в пачку. Мага, по хп, вы чё, блядь, делаете? Какой нахуй рога, чё вы диспелит придумываете? Никто. Кого, блядь, слушайте, мага сыграли? Диспел фулл таргет, почему его прохиливают? Ты кого не бил мага, никто, блядь, его убил, 4 человека. Бронники, какого, да? Блядь, хуя вы его не били? Так он один хуй в пачку убежал, смысл было за ним бежать всем, чтобы, блядь, провести этих остальных нахуя. Просто так в ФК режиме рогу бы залили, блядь, этих бы не провели, все нормально бы стояли. Гудлика бэрить? Гудлика бэрить. Отвара бегите. Дизарм ему дам. Гудлика поднять. Мага добьете, в ружку сыграйте. Что, мага? По друиду, где контроль? Почему друид стоит, хилит? Сладкая умерла. Тенка, место. Ты контроль друида полностью, чтобы он вообще не хилил. Где друид? А, вон вижу, сейчас контроль. ЧП по сладкой БР, дай. Кто у нас дальше, Мазина? Маздин.
Не-не-не, ручка. Печенька. Репа, ты далеко уходишь, не могу прохи. Хрипата, если она на тебя сагрилась, пусть тебя бьет по хилям. ДКшники не юзайте, мор. Не могу их контролить. С водкой дайте, Боб. Красноязычие раскидайте. Прям по всем кастерам. У вас же можно много целей кидать. Очень много прохила идет у них. Лицом не торгуйте. Тенка, на тебя рука стоит. Дайте вокруг что-нибудь, у него диминишн. Кайтите по кругу. А, все нормально, вышло. Покайтишь там идеально, нормально? Стан. Испарите. Поднимите. 40 его тоже. Кого играем? Так, ШП, крестик нашли. Очень много дамажит. Лоэр образать. Серьезно. А, ЧП. Нет, когда все? Эллер, у тебя есть тотем? Скажи. Гагаснип, дай гим, пожалуйста. Я иннер могу дать, кому? Парашютчик? Не, пока не надо. Может, лов. Кто дерево дополнительно эфирит? Станьте на хули паладина кто-нибудь, кекси, сядь на хули паладина. Кастует заебал уже, просто пиздец. Мази не стану любите. Я дал тебе бокс парень. От воина отойдите, там дыша круто. Дал дизайн. А, хорош. Друид с контролем. Угу, в циклоне. Ну, он диминишн приехал, ушлает. Я понял, я стан дам после циклона. Да, стан на 6 секунд. Окей. После стана продолжите чем-нибудь. Сейчас, все. Угу. Да его кто-то дополнительно это фирит, и у него диминишн на фир улетает не вовремя. Добивать ШП, что потом по воину тут, который стоит, или... Да, по вару сыграйте. Тут ТКшка с рогой. Хрипатает, контролит их. Лаха, пойди спыльте. Хоть и до флада тикинь. Привет с ним. Побегай от него, побегай. Вижу, за тобой бегает. Просто покайтесь. А, ты не про варга? Не про вара. Я про эту пророгу. Дайте дереву, у него диминишн, все, я ничего не могу дать. Я дам стан, да. Дайте циклон потом по нему. Угу. Потом еще один цикон дайте в него. Угу, после цикона фиг кидай или бан. Ча бан, все, бан шел. Настырный какой, а? Шаман хилит. Кекс. А, никто. Верните шамана кто-нибудь. Или шип дайте им. Все, шип дай. С полком готовы на ногу. Давайте квадратик, давайте маздину. Там вся проблема, да, в камнях. У нас Бьерн же сказал, что зайдет на ногу, чтобы мы ему отписали. А что с ним случилось?
А сейчас чего мы ему должны отписывать? Просто ливнул с рейда, типа, ребят, позовите на Ануба, ну, что это такое? Ну, если вдруг. Блять, наверх получается за тебя. Да кто сбивает ему сфир? Это я был. Да я уж так это что бегаю. Такое чувство. Меня рогу забрали, видишь. А, тебе скучно? Да. Делать нечего. Я уж про нубы начал разговаривать. Дайте контроль какой-нибудь. По друиду идет в рейд. Сдиспелите с роги сейчас. Все, фиревом. Не трогайте. Шамана давайте трогать. Следующее будет. Хило. После шамана, после шамана хапау. Хапау самого на косты. На хапале посиди. Просто побей его. А, дон посидит. Все. Дайте цикл андроида. Не, а, не вообще. А, все. Еще план немножко есть. А теперь можно цикл дать. А че, может, ДК убьем, да и все, и потом пхивом сыграем. Конечно. Да, давайте. Да там и дроида можно. А давайте ДК, чтобы он, блядь, не насиловал больше людей. А хилов также по контролю. Интересно, как я только что киком коста промахнулся, если у меня 14 меткости и талант на 3. Это нормально. Паладин? Или по кому? Да, по паладину. Ну там же талант. Но на нем не было прока таланта. Короче, в ММ не профит надо давать, ты четвертый под АИМ. Только когда прок улетает. После этого чпона, если АИМ. Ну, когда прокает, типа. Смысла нету давать АИМа, типа, под откаты. Тебе только когда верный выстрел прокает. Он в домашних стрелях. Ну ты когда в ММ. У меня им не дамажит как стрелик. А как он у тебя дамажит больше, что ли? Конечно. Странно. Ну плюс я его забустил там на крит. Через талант, ну через глифы. Попу. Ну что, тебе пинг наверх. Топчу. Thank you.
нет, не одной гости. Че, у него ксау не восприимчиво, что ли, у дерева? Ну, копы, то по украинской фамилии. О, ремень, ёп. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет... Гудлик там за водкой побежал у них. Там пояс выпал на Гудлика. Да. А его Азорки соберет? Нет, так это шкрит. Была бы хоста, забрал. А, дрич почти. Шо там, братик? Гудлик 600 тысяч надамажил, получил. Нормально. Вагон, блин. Родзин, ботинки какие хорошие, блядь. Дэдпич. Галмерия обогнала, Лёв. Тон, ты можешь из ГБ забрать этот там сердолик и этот? Алкаш на камень прицел. Дэдпич тоже за водкой побежал, бисовый себе выбил. Кофе надо сделать. Уберите до тема сразу с центра. Подожди, а мы на ногу упадем сегодня? Ну а чё бы нет? Посмотрим. Там я в первом слоте лежат, это мой прицел, сердовик.